Хочу пожелать. Почти 1 миллиард 300 миллионов рублей запланировано на реализацию проекта Орловской области «Спорт. Норма жизни» до 2023 года. Более 250 миллионов рублей уже выделено в 2020. Основной объем финансирования направлен на развитие спортивной инфраструктуры. Один из примеров – в Ливнах. Местный стадион обновили впервые за 60-летнюю историю. Работы велись в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». После реконструкции объект был дополнен новым футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками, теннисным кортом и баскетбольной площадкой. Обновление стадиона обошлось почти в 40,5 миллионов рублей. Вслед за реконструкцией стадиона в Ливнах закончены работы по модернизации стадиона в Урицком районе. В Нарышкино уложен футбольный газон. Сейчас все работы приняты, и футболисты могут принять уже эстафету и также заниматься на этом объекте круглогодично. В минувшем году было принято решение реанимировать недостроенное здание центрального стадиона в Орле. Многофункциональный спортивный комплекс превратится в незавершенный крытый теннисный корт. Планируемый срок сдачи объекта – ноябрь 2021 года. Общая стоимость строительства – 221 миллион рублей.